Всем привет, дорогие друзья, с вами Залил, и мы с вами продолжаем играть в Мадагаскар. Почти с вами прошли уже всю игру, остался последний, предпоследний, точнее, уровень. Марти приходит на помощь. Морт, послушай, я не уйду отсюда без Алекса. У меня мало времени, как побыстрее к нему добраться? Попробуй так и забыть. А я быстро доберусь до Алекса. Ну, нет, вообще-то это долгий путь, и там полно жаб. Очень много жаб. Есть еще яблочный проход, если любишь яблоки. Мне плевать на яблоки и жаб. Я ищу Алекса, моего друга, льва. Сосредоточься, Морт. Есть короткий путь. Ну, если хочешь добраться как можно быстрее, остается только путь. Без шансов выжить. Вон там. Звучит многообещающе. Название ничего не говорит. Это скорее проход, а не путь. Ближе к делу. И тебе будет приятно узнать, что там нет ни яблок, ни жаб. Придется пойти по пути без шансов выжить. Вперед! Если ты хочешь вовремя добраться до Алекса, придется поторопиться. Быстро доберись до контрольной точки, или я не смогу тебя встретить. Почему? У тебя планы на вечер? Нет, но другие обитатели джунглей могут захотеть полакомиться маленькими беззащитными зверьками, которые недостаточно быстро передвигаются. Понял. Постараюсь прийти побыстрее. Так, окей. А, да, видите, у нас, к сожалению, добавился таймер. Блин, тут придется, да, на время, ребят, работать. Так, вот это уже... А, у нас живот какой. Так. Блин, ну лучше бы с жабами пошли бы. Так, пауки раскидать. Все, окей. Все, раз... Так. Ну, мы, наверное, быстро, кстати, уровень этот пройдем. Марти, я нашел вход в пещеру. Да, я вижу. Давай зайдем туда. Ух ты, я тоже хотел это предложить. Между нами настоящая телепатия. Ты чувствуешь? Тебе померещилось. Кажется, это тупик, Морт. Что дальше? Я не мог не услышать вас. Знаете, вам понадобится дорога, чтобы выбраться. Я могу ее расчистить, но мне понадобятся витамины. И что мы должны сделать? Пойти в магазин и купить тебе витаминный комплекс? Какой витаминный комплекс? Я говорю о фруктах. Вот это дерево настоящий фруктовый кладезь. Но паук сбрасывает фрукты. Я хотел подпрыгнуть на грибах, чтобы поймать фрукты, пока они не упали и не разбились. Но мое телосложение этого не позволяет. Интересно. Ну, конечно, широкая кость. Кто-то маленький подпрыгнул, схватил фрукт, пока тот не упал на землю. Морт, ты не знаешь, кто бы это мог сделать? Ну, не знаю. Ты говоришь обо мне? Нет, я говорю о другом существе, стоящем передо мной. Давай, у нас мало времени. И берегись дурианов. Как и все порядочные люди, совершенно не могу их терпеть. Мне нужны вишни, лаймы, апельсины, бананы и, может быть, парочка яблок. Какого хрена, блин? Ты кабан, ты должен вообще всякое дерьмо жрать, блин. Черт возьми. Так, ну ладно. На самом деле игра довольно легкая. Так, тихо. Вон апельсинку возьмем. Нет, не взял ни хрена. Собирай фрукты и берегись падающих пауков. Что ж такое-то, а? Блин, я помню, вот в Булле играл, там... Ну, знаете, похожая игра была. Типа, собирать надо было рис, блин. Довольно сложная. Тут тоже, блин, эти дурианы. Так, тихо. Раз, раз, раз. Отлично, 10 фруктов есть. Еще плюс магнетизм.
У этих и паучонок. Да блин, ну как, я же не задел. Тихо. Так. Да блин. Ну вы издеваетесь, вы просто издеваетесь надо мной. Так, сколько там еще, блин, 8. Время-то, время уже подходит. Так, последний, да, все, ребят. Все, слава богу, все, мы собрали, по сути. Так, продолжить. Получилось, поверить не могу. Итак, бородавочник, выполняй свое обещание. Что? А, да-да, смотрите. Блин, была бы Глория, она бы за бесплатно все сделала. Тут, блин, дикий кабанчик. И это все? Ты только камень перевернул? Это же не тупик, я тебе зад надеру, бородавочник. Ну-ну, а как же твой друг? Разве ты не к нему собирался? О, да, на этот раз тебе повезло. Хрена они огромные, блин. Знаменитый флорентандовский спуск. Его назвали в честь Ганса Флорентандовска, который убился, спуская здесь. Отлично. Ну что там, очередная опасность? Нет, этот спуск вовсе не опасен. Просто Ганс Флорентандор опрометчиво решил спуститься на сооруженном ниже самим приспособлением, которое в итоге и взорвалось. Значит, если мы не будем спускаться в таком же приспособлении, все будет в порядке. Конечно. Руки помогут тебе быстрее добраться до конца спуска. Все просто. Смотри, ты просто спускаешься и... Так, ну давайте. Оп. Да, вот такие вот ускорения придется нам. Постоянненько. Ну, довольно, знаете, забавные мини-игры вот такие. Так. Не собрал нифига. Да что ж такое, давай. Где-то уже здесь, близко, морд. Так, осталось совсем чуть-чуть. Да, время поджимает, вот. Все, нагнали. Ой, пауки, опять сейчас пауки будут. Морд, как ты туда добрался? Мы же шли рядом, друг с другом. Мне пришлось так сделать. Не бросай меня, Марти. Только пройди через опасную паучью территорию, и мы сможем продолжить наш путь. А что случилось с тобой? Как он... Как он быстро прошел, реально. Что за... Сначала мне тут нравилось, а теперь я понял. Да ёб твою мать. Так, понятненько. Ну-ка, а что нам дают? Нам вроде тотем, да, дают за них? Блин, даже не дают, или... Где-то внизу, блин, наверное. Так, аккуратненько. Опа! Ну твою мать! Это было просто как-то странно, что здесь вот этот вот... Так... Ну, понятное дело, как я без золотой монетки. Да сука, блядь! А, вот так вот. Вот как можно, ну ё-моё. Папуас я. Ну-ка. Да, вот, он взрывается, вот как. Я и думаю, чё такое? Так... Давай, залезай. Все.
добрались. А почему там, кстати, ну-ка? Неудивительно. А, ну понятно. Гигантские пауки и прочая гадость. Эй, Марти, кажется, я знаю, где Алекс. Он за теми пещерами, просто... Что за... Эй, верни маленького друга. Он мне нужен, чтобы найти большого друга. Не думаю, что ты снова захочешь драться. Ну да. Когда мы виделись в последний раз, я пробовал сразиться с тобой. Бесполезно. Но теперь я попробую кое-что новое. Кину морда себе в пасть. Может, ты лучше дерешься, но я быстрее бегаю. Посмотрим, кто из нас первым доберется до конца спуска. Победитель получает право съесть морда. Говорят, на вкус он как цыпленок. Начали. Я уж думал, знаете, он какой-то бонус там, что ли... Что ли дает? Бафы там всякие различные. Твою мать. Так, тут добавили всякие дырки, блин. Куда вода стекает. Раз, оп. Ах ты грязный крокодил. Или аллигатор. Кто он там? Так, давай, давай, Марти. Но он не догонит нас, все равно. Господи. Тебя, блин, по звукам. Хорошо-то. Морд, скажи мне, что пошутил. Если даже я выживу, он несет меня на дно океана, а не калик. Нет-нет, все получится. Верь мне. Разве тебе не надоело брать эти пещеры? Водоворот намного интереснее. Просто прыгай и думай о чем-нибудь приятном. Что ж, уже чем раньше, уже не так. Итак, я иду за тобой, Алик. Я думаю, будет какая-то, не знаю, мини-игра еще. Ну ладно. Что ж, ребята, остался у нас последний уровень. Ну, естественно, мы с вами его начнем прямо сейчас. Не могу поверить, что укусил Марти. Не знаю, что со мной случилось. Фусы. Ого, дурные соседи. Ну же, ребята, разве мы не можем подружиться? У них численное превосходство. Эй, внизу, пингвины. Мы принесли тебе гуманитарную помощь. С этими картами силу твоя сила увеличится. Так, давайте. А когти? Удачи. А мы будем охранять границы. Ух ты, когти. Проверим их в деле. Как будто, знаете, открытие. Ага, вот как. Ну все, давайте попробуем. Сейчас только заберем, блин, эти монетки. Хрена! Грязная фуса! Блин, ну тут реально настоящий махач. 15 фус надо победить. Блин, мне проще их сразу всех сюда ко мне, а?
чтоб поинтересней было. Ну как-то по одной, блин. Вот, уже две, три. О-о-о, вот это уже интересней. Вожак. Блин, Алекс молодец, он прям реально как телепат. Я так же подумал, сразу съебаться отсюда, побыстрее. Так, ну в чем проблема? Что он делает с этими дурианами? Фу, поверить не могу, он их ест. У них же отвратительный вкус. Так, ну я понимаю, что неспроста он их кушает. Блин, хоть бы одну монетку взять. Так, обезьянки, давайте. Победи Фусу. Где ты там была? О. Держи витамины, Фуса. Ой-ой-ой, это в меня. Это уже в меня. А, вот как надо. Оу! Да, так просто мне не отделаться. Вот засранец, а. Так, тихо-тихо. Аккуратненько. Держи витамины, Фуса! Блин! Так, нам туда. Оп. Ну все, я его победил! Отлично! Выхода нет! Когти, не подведите меня! У него побольше когти-то, блин. Засранец, а! Надо быстрее с этим заканчивать! Надо ждать, пока он устанет, да. Так, я как... Как грязная обезьяна хотел забрать монетки, а что-то... Ой, блин. Эй! Так, ну ладно. Нам дают еще один шанс. Монетки мы собираем. Так. Ай, Фус, еще там. Угу. Сейчас будут эти, знаете. Так, 8 тотемов, еще один и будет жизнь. Да куда он ударяет? Так, осторожненько. Так, окей, все, пока. Блин, ну почему? Это, кстати, по сути нечестно, что нам каждый раз жизни выпадают, и мы раз их подбираем, и все. Как-то это слишком легко. Ну, детская игра, что я хотел. Давай, устань уже! Все, блин, пердит своим зловонным газом, а.
Так, отлично. Оп, еще. Нет, 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 не сейчас. Так, надо подождать, когда эти пролетят. Ну все, у него там вообще капелька осталась. Сранец. Ну почему? Ладно, ждем, ждем. Уже нетерпеливый, а? Во, все. Начинайте привыкать к микробам у вашей шерсти. Теперь, когда главный противник повержен, мой народ в поисках еды может отправиться на его земли. Объявляю начало подготовки к вечеринке! В честь приготовления к вечеринке, в честь наших освободителей перед вечеринкой! В честь будущей вечеринки! Хорошо, что мы снова вместе. Великаны, ваши друзья ждут вас. Отличная работа, солдат. Да, спасибо за помощь. Но я думал, вы отправились в Антарктику. Антарктика – одна большая ледышка. Кажется, вы прибыли в ночь вокруг. Рад познакомиться, Ливер. Лемуры. Что ж, Моррис, все счастливы. Я снова спас ситуацию. Разумеется, ваше величество. Да, ребят, вот на этом конец игры. Ну, это, наверное, мы не будем смотреть. В принципе, не совсем интересно. Если вам понравилась игрушка, обязательно ставьте лайк. На этом все. Бай-бай, дорогие друзья.